Нет! Только не Нубик, нет! Боже мой, что с Нубиком? Ну что ж, Дэм, это наше новое задание. Расследовать убийство в этом парке аттракционов. Боже мой, что в парке аттракционов было какое-то убийство? И, кстати, как мы сюда приехали? Почему у нас всего одноместная машина? Ну, смотри, я сидел за рулем. А я сидел у тебя на плечах. А ты сидел у меня на плечах, да. Мы такие цирковые ребята, почти что полуклоуны. Итак, Дэм, тут какой-то сундук. Смотри-ка. О май гад. Боевой нож, железный нагрудник. Ты что у меня ботинки? Я не понял. Ты как? Ты себе странно немного набор собрал. Мы с тобой, получается, ты полицейский или что, расследуем дело или как это? Мы с тобой детективы, которые пришли расследовать убийство в этом парке. Дэм, смотри-ка, вход в парк похож на какое-то лицо Зелебобы. Ну знаешь что, я поехал, давай, удачи. Поехал? Все, пока, сам расследуй свои дела, я свою тачку уезжаю. Не, ну смотри, тут два глаза, язык, зубы, все как нужно. Знаешь, когда я в пасть последний раз заходил в какой-то игре, я умер. Так, ну что, Дэм, ты готов? Аккуратно. Да, я готов. Давай. О, смотри, там какие-то люди сидят. Ну-ка, ну-ка. What? Клоуны! Что они здесь делают? Видимо, эти клоуны убили всех посетителей в этом парке. Дэм, я тебя спасу. Получай, получай. Да блин, что он сильный такой? Вали его, вали. Фу, он мне половину хп снес. Они их не убили, чувак, они их заморозили. Заморозили? Посмотри, что стало с Нубиком. Нет, только не Нубик, нет. Боже мой, что с Нубиком? Смотри, актриса на сцене показывает рукой куда-то туда. Направо? Не-не-не, вот сюда. Смотри-ка, что это? Это сундуки с изумрудами. Прикольно. Я взял 32. Сколько, наверное, у тебя изумрудов? 64. А с другой стороны тоже есть, смотри, давай я... Так, стой. Давай, да, ты бери 32, а я возьму 64. Все, у нас по полтора стака. Тут есть какие-то кнопки. Какие кнопки? Потыкай по этим кнопкам. Что-то происходит? Нет? Ну ладно. Так, Дэм, смотри. Смотри, стоп, еще замороженные ребята. Это какой-то Наполеон Бонапарт замороженный. Ну да, смотри, какой здоровяк. Идут сюда, идут сюда. Давай, берем. Обороняемся. Нет, сейчас, получай. Шкетов, шкету, давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Дэм, они бегут за мной. Не толкай его ко мне. Я большого на себя взял, давай. Дэм, у меня всего 4 сердечка. Молодец, ты его убил. Я его убил. Красава, ты мне помог. Что за звезды, покажи мне. Половину звезд бери себе, возьми. Так, на, держи. А так я тебе дал. А, это моя половина. Звезда из Незера. Дэм, кажется, это улики. Это демонические клоуны, Дэм. Я все понял. Это демонические клоуны, Дэм. Поэтому с них падают звезды из ада? Да. Смотри, так, они налево, просто направо. Общались в этом парке, и бац, они заморожены. О, не все, хотел бы я стать таким же. Налево? Ну, давай, погнали. Веди, погнали давай туда. Сюда, о, там еще один здоровяк. Встречают, Дэм. Встречают. Зачисточка. Давай. Блин, они реально очень мощные. А что было? Сундук. Лук, стрелы. Так, ну, видимо, мне нужно куда-то выстрелить. Нам нужно снять этого замороженного чувака. Эй. О, получилось. Он разморозился или что с ним? Нет, он исчез. Лучше не стоит туда ходить. Его забрал Пеннивайз к себе под землю. Так, ну возьми себе лук. Лук хорошая тема. Из лука можно стрелять по этим клоунам издалека. Знаешь, я не буду стрелять по ним издалека, потому что я привык разбираться вблизи. Получай. О, сколько их здесь, Дэм? Дэм. Стрелять издалека. Да, я думаю, это была хорошая идея. Ой, да блин. Получай. Он может тебя завалить. Не, нормально, мы его отбили, прям красиво. Он меня почти не сдамажил. Так, и что они охраняли? Бедные детишки. Боже мой, детей. Они их заморозили. За что детей-то? О, еще изумруды. Ну давай по половинке. Разделим. А я и так взял половинку. Знаешь, чем мне нравится наша работа, Дэм? Чем? Мы расследуем с тобой преступления и параллельно грабим те места, в которых мы расследуем преступления. А мы, ну нет, нам платят дети за то, что мы их спасли. Это очень странно. Да, погнали в ту сторону. Ну это просто, видишь, это не изумруды. Ты думал, это изумруды, а знаешь, что это такое на самом деле? А что это? Это леденцы. Леденцы, нам платят леденцами за работу. Какие-то мы отстойные детективы, тебе не кажется? О, да блин, они все на меня побежали. Так, а не подходи, не подходи! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Так, давай, громилу бери на себя! Сейчас сзади на нее прыгаю! Мелкий, получай! Давай, Дэм! Все, о, громилу, вот это завалил. Командная работа! Так, тут давай справа право. Еще какие-то чуваки! Подожди! Давай! Получай! Два. Сколько два. Здесь клоунов! О, лодочки! Крутяк! Поплыли! А куда о, стой! Назад!
Тут сундуки. Стой, назад, сдай немного. О, воу, 64 штуки. Давай еще назад. Вот туда, давай. О, офигеть, да. Два стака у нас есть. Все, давай, плыви обратно. Да, сюда обратно. А то нормально. Я боюсь воды. Нет, слышь, неплохой этот варик. Мы тут нормально так подлутались. Нормально здесь залутались, да, Дэм. Так, слушай, так, а здесь мы еще с тобой не были. Нет, тут ничего прямо нет. Опа, прямо. А это что такое? О, американские горки. Бери себе багажет, это я люблю. Давай прокатимся, оценим масштаб с тобой этого парка. А! Куда я поехал? Эй-эй-эй-эй. В другую сторону, давай. Эй, я еду не в ту сторону, Дэм. Сейчас, Дэм, я прокачусь. Опа! Все, поехали! Так, я... Где? Где будет сундук? А я уже собрался. А, ты собрал его? Все нормально. Заезжаем в яблоко. Что тут в яблоке? Вроде ничего, просто поднимаемся наверх. Ай! Головой везде побился. Воу! Американские горки! А-а-а! Сундук! Черт! А я собрал, я собрал. А, ну все, нормально. Так, Дэм, с прибытием, так сказать. Да, если мы тоже все залутали, погнали теперь налево. Слушай, я там кое-что видел. Дэм. На меня напали, помоги, вернись. А, иду. Иду на помощь, Дэм. Давай. Опа! Получай, здоровяк. Сейчас я его завалю. Да, вали его, вали, да, попрыжки его, попрыжки. Фу, опа, завалили. Хорошо, так, звезды, отлично. Смотри-ка, тут есть какая-то игра. Тир, какая-то кажется, игра? Это тир. О, да, давай, обожаю тир. Так, стреляем по кнопкам. Опа. И мы с тобой получаем эмеральды, да, за попадание в эти кнопочки? Леденцы, да. Мы не получаем оплату деньгами, мы получаем оплату леденцами. Все, опа! Да, все собрали. Так, тут еще вагонеточки. Хорошо. С изумрудами. Капец у нас изумрудов, Дэн. А зачем нам они нужны вообще? Я не знаю, возможно... Может, мы их выкинем просто и все? Не-не-не-не, я думаю, не стоит. Можно изумруды лево сначала, прямо пока, мне кажется, опасно. Оу, щит! Сколько их здесь? Так, Дэм, аккуратно, кажется, нам аккуратно пора отступать, Дэм. Получай. Отступай, но отбивай. Давай. Я стреляю с лука. На, какая из лука стреляю, я пока по ним так стреляю. Получай. Ой-ой-ой. Они меня зажимают. Они меня зажимают. Отходим. Дэм, все нормально. Еще могу отбиваться. Капец. Давай. Два громила на меня напало. Дэм, мне нужна твоя помощь. Я на них спину набыл, Да, только в меня не толкай. О, все нормально. Добиваем его. Фу, а красиво. У него были звезды. Мне тоже. Блин, странно. Так, там еще один здоровяк остался. Сейчас ты у нас получишь. Сейчас мы ему наваляем. На! Получай. Так, оба. Дэм, смотри, там впереди цирк какой-то находится. Нам, видимо, нужно идти туда. Да. Видимо, Пеннивайз скрывается где-то там. А нам еще, может, налево сходим, это особо зрение, просто мне кажется, сюда рано уже еще ходить. Ну давай, сходим. Давай налево вот сюда. О, там какой-то карнавальный лабиринт. Или что это? Живые люди, Shadow White. Рик, торговец броней. Вау! Куртка ветерана-рейнджера. Солдатский жилет. Усовершенствованный боевой нагрудник. Вот на что нам нужны были звезды. Все, теперь я все понял. Так, ладно, я куплю себе нормальную броню. У тебя есть деньги на оружие, если что? Да, я покупаю сейчас, куплю себе какое-то оружие, наверное. Торговец оружием. А, капец, а у тебя остались звезды еще? Ну, ты все потратил уже? Да. Ладно, хорошо, я возьму себе двухствольный дробовик. А, нет! О, все, у меня есть двухстволочка. Так, а что за расходники? Патроны-то здесь нужны, видимо, да? Energy Cell нужны мне, Energy Cell. Патроны для дробовика. Окей, я покупаю патрончики себе, на всякий случай. А, тут есть какой-то топливный бак. Что это такое? Это, видимо, для огнемета какого-то, да? Так, ну что ж, у меня есть дробовик, у меня есть патроны. Давай я на всякий случай еще побольше этих патрон возьму себе. Чем больше патрон, тем лучше. Кто знает, что там нас ждет впереди. Тебе дать еще звезд назад. Да, давай. Буду очень признателен. Так, вот, 6 штук нормально будет? Да, ты че, это прям вообще с лихвой. Я взял себе дробовик, я хочу взять себе, знаешь что? Я хочу взять себе лазерную винтовку, да. Недостаточно валюты. А, все, у меня валюта закончилась. Опа! В своей новой одежде. Воу, как же я быстро бегаю. Так. Да, давай. Что здесь у нас? О, громилы. Пау! Перезарядочка. Получай. А, черт, ему пофиг. О, ничего себе, я его поджарил с этой винтовочки. Нормально. Только, знаешь, что быстро винтовка ломается, очень много патронов. Дэм, здесь клоуны сидят в лодке. Курочка. Че, поехали, курочка. А здесь должны быть сундуки, мне кажется, сундуки нужно искать. Я курицу катаю. Е-бой. Все, поехали. О, пойдем дальше, твое колесо обозрения. Колесо обозрения. Так, подожди, Дэм. Все, я бегу за тобой. Ты куда так быстро? О, два стака, один забираю, один тебе оставляю. О, отлично. То, что нужно. А вверх
можем забраться? Мне кажется, наверх мы не сможем уже забраться. Ладно, пойдем дальше, пойдем дальше. Я думаю, что мы с тобой должны еще немного подзакупиться, пока у нас звезды остались. Сколько у тебя звезд? 8. У меня тоже 8. Я, может быть, возьму себе какой-нибудь миниган, не знаю. О, с минигана разносить. У меня очень много энерджи патронов, я, наверное, сейчас по 4 звезды просто куплю себе 2 энерджи этих. Барабан для минигана. А я себе куплю барабаны для минигана, несколько штук. О, да! Отлично просто. Так, и яблочко золотое возьму себе. Ай! Нет, это мои яблоки. Готов, Дэм? Нам нужно, видимо, отправляться вот в это страшнющее место! Смотри, здесь голова Пеннивайза! Мне кажется, это, видимо, его логово. Так, Дэм, ты готов? Фу, дай-ка мне собраться с мыслями, Дэм. Да? Это все мои детские страхи, Дэм. Я его встречал в детстве, этого Пеннивайза. Да ладно, я шучу. Погнали вперед! Оу, щит! Все, все нормально, я живой. Делай прыжки лучше аккуратно, делай аккуратно, не торопись. Подожди, Дэн, не иди без меня туда. Не иди, пожалуйста, там Пеннивайз, он тебя убьет. Сейчас я подушусь, Дэм. Давай быстрее, стоп, пусть, давай, 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 давай. Раз, два, три, побежали! Стреляй по нему, стреляй, стреляй, Дэм! Стреляй! Он прямо возле меня! Дэм! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Дэм, возьми его на себя быстрее! Ай-яй-яй-яй-яй! Дэм, Дэм, Дэм! Он меня сейчас убьет! Дэм! На! На! Получай! Получай, 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 получай! Капец, я чуть не оглох, Дэм! Он какой-то бессмертный! Да! Мы его убили! Записка! Он оставил предсмертное послание. Ты слышишь эти смешки? Оу, это реально жутко. Так, тут написано. Это еще не конец. Я вернусь. Что? А, стой, мы что-то отвлеклись немного. Сейчас, подожди, Дэм. Нет, Дэм, нет, он скоро вернется. Нет! Через 32 года мы опять увидим его, Дэм. Через 32 года у нас будет более крутое оружие, так что, думаю, мы с ним справимся в 10 раз проще. Дэм, давай дадим друг другу клятву, что мы будем вместе бороться против Пеннивайза. Давай, давай, дадим. Все, я думаю, этого достаточно. Давай.